до Дніпра, вибачте, повертається дуже великий, дуже значущий для нашого міста фестиваль зі славетною історією «Джаз на Дніпрі». Повертається дуже амбітно, повертається дуже масштабно. Коротко я представлю тих людей, які дійсно є рушійною силою в підготовці цього фестивалю. Це Євген Гендін, позаштатний радник міського голови з питань культури, Анна Рускевич, продюсер фестивалю, ну, ще відсутній Григорій Гельфер, президент цього фестивалю, ну і, звичайно, Володимир Антонович Задонцев. Нас всі пам'ятають джаз, це джазовий город. Это джазовый город, это не безликий промышленный какой-то мегаполис со всеми его противоречиями, со всеми этими распальцованными сентенциями, не первый город и не второй, но тем не менее по джазу это был и в Союзе нашем противоречивом, и чуть позже один из самых главных джазовых городов. И, то есть это не с нуля появилась эта традиция, и очень в этом плане нормальная недекларируемая преемственность. Я очень рад видеть Владимира Антоновича Задонцева и то, что вот они тогда делали. То есть, как это негромко звучит, мы постарались это подхватить штуку, потому что жанры проходят, а джаз, он действительно вечен. Это лишь одна из составных частей, но это пока флагманский проект всего проекта «Культурная столица». Это должен быть реально и по составу, и по музыке, которая будет звучать, это будет очень качественный, очень классный фестиваль. Программа фестиваля будет действительно очень интересная. То есть я как зритель, безусловно, бы захотела там присутствовать. Хедлайнером фестиваля у нас объявлен Рэнди Брейкер, это пятикратный обладатель премии Грэмми, легенда. Также победительница Евровидения Джамала, прекрасный пианист, он уже бывал когда-то в нашем городе, Сайрус Чеснет, это солист Дизи Гиллеспи джаз-оркестра, Линкольн джаз-центр, джаз-оркестра. Также будет среди громких имен французский пианист Винсан Буржекс. Специальный гость этой программы – бывший участник квартета Майлса Дэвиса Рик Маргитса. Андрей Кондаков, наш земляк, привозит очень интересную программу. Называется она «Андрей Кондаков International Jazz Band». То есть это состав из 6 музыкантов, каждый из которых звезда и каждый из которых представляет свою страну. Денис Пашкевич, саксофонист из Латвии, Танель Рубин, ударник из Эстонии, Оливье Кир-Орио, это мастер губной гармоники, редкий в джазе жанр, из Франции, Рикард Мальмстем, бас-гитарист и композитор из Швеции. Да, Пол Воленбек, виртуоз джазовой гитары, тоже, в общем-то, очень громкое имя в музыке. Ну, я еще, наверное, сделаю акцент на очень интересной молодой команде. Это звезды Линкольн джаз-центра, ребята, кому в среднем до 30 лет. Вот, называются они группа The Shakes, и их лидер Майкл Венса. Также будут еще, безусловно, представлены киевский коллектив «Квинтет Дмитрия Александрова» и наша легендарная группа из поколения основателей джаз-фестиваля – это группа «Кредо». Будут люди, наши земляки, которые, ну, которым дал старт наш город, который тогда еще был Днепропетровск, которые стали действительно звездами джаза. Те, кто остались в этом городе, это, безусловно, легендарная «Кредо» Олег Косько. Будет Валерий Щерица, трубач, один из сильнейших, на мой взгляд, скажем так, я не буду говорить на территории СНГ, я думаю, европейского масштаба. Ирина Родилес приедет, джазовая певица, которая сейчас живет, трудно произносить это слово в Москве, но тем не менее она там живет. Вот, и она участвует в проектах Макаревича «Идиш джаз», и, ну, со всеми, которые, да, она приезжает со своей командой. Андрей Кондаков, само собой, тоже наш земляк, там, джазовый пианист с мировым именем. Из Германии Виктор Релин приезжает. Из Соединенных Штатов Виктор Двоскин, легендарный контрабасист. Он нас сравнивает сейчас с альфа-джазом. Вот, это действительно сложный момент, потому что мы ни в коем случае, во-первых, не пытаемся копировать какой-либо другой фестиваль, вот, и ни с кем не вступаем в соревнования. То есть мы составили программу именно такую, которая была бы хороша и интересна для нашего города. Действительно, сделав акцент на музыкантах, которые имеют то или иное отношение к Днепропетровску или к предыдущим фестивалям.
Вот, поэтому сравнение с предыдущими фестивалями, наверное, будет. Я надеюсь, что если нас не подведет погода, то, в общем-то, мы его выдержим. Ну, а с прочими фестивалями, которые проходят в нашей стране или в других странах, мы ни в коем случае не пытаемся соревноваться. Вот, то есть мы просто делаем свое дело. Три площадки работают в рамках фестиваля, работают три дня. Площадка в парке Глобы, ну вот на фестивальной, где ставится елка, фестивальная площадка. Площадка на Монастырском острове, вот район канатной дороги отсекается, часть острова, которая находится, ну, будем говорить, правая оконечность, да. И отдельные мероприятия проходят в культурно-деловом центре Минора. Естественно, вход в культурно-деловой центр Минора ограничен. Абсолютно свободный вход на площадку в парк Глобы. Площадка на Монастырском острове имеет комбинированный вход. Естественно, там будут зоны для людей, которые имеют возможности и хотят смотреть джаз с особым комфортом, так и будет возможность попасть на это мероприятие для тех людей, ну, которые, собственно говоря, нуждаются. Естественно, бесплатно. Мы будем рассматривать такие возможности. И помимо этого, то есть целый ряд мастер-классов будет проведено. Возможно, какие-то отдельные там джем-сейшны, еще другие формы. Поэтому ближе к мероприятию вы все это увидите на официальном сайте. Если говорить о джазе Днепропетровске, то, как и на всем постсоветском пространстве, он проходил, если можно так сказать, трехфазное развитие. Первая фаза – это были джаз-кафе, вторая фаза – джаз-клубы и третья фаза – джаз-фестивали. Самый первый фестиваль был проведен, вот, кстати, удостоверение Днепропетровского джаз-клуба. Это, наверное, это раритет. Это ваша фотография? Да, но я тогда был намного новее и на 50 лет моложе. Первый фестиваль в 68 году. Его проводил Днепропетровский джаз-клуб. Я не буду говорить об участниках, я хочу просто сказать, что тогда джаз был таким запретным плодом и пользовался ажиотажным спросом. Эта первая волна фестиваля продолжалась 5 лет. Но это были, в общем-то, все любители, не профессионалы, но залы ломились тогда буквально. Тож 10 та 11 вересня у Дніпрі відбудеться міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі».